Юные вокалисты Алтайского края приняли участие в конкурсе популярной эстрадной музыки «Поющий Кеша». Настоящая битва развернулась среди солистов, которых набралось почти 80. Нашей съемочной группе уже после конкурса удалось пообщаться с членами жюри. Кстати, оценивали выступления юных артистов ведущие вокалисты Новосибирска, Кемерово и Барнаула. Эксперты отметили удачно подобранный репертуар. Не было современной попсы, все больше старых и добрых песен. Каждый номер – это отдельная история с неплохой актерской игрой. В этом, по мнению жюри, большая заслуга педагогов. В каждой возрастной номинации определились свои победители. А «Поющий Кеша» в очередной раз соберет певцов через 2 года. Это один из немногих конкурсов для вокалистов, которые проводят в нашем регионе.